Добрый день, дорогие друзья. Как я удостоверилась, меня видно. Подскажите, достаточно ли громкость? Слышно и видно. Спасибо. Мы начинаем урок русского языка. И начинаем его, как всегда, с проверки предыдущего домашнего задания. В прошлый раз мы изучали морфемику. Я давала вам два задания. Чуть погромче, да, требует? Постараюсь. Итак, в первом задании неправильное слово, неправильно разобранное слово, это, конечно же, наречие. Наречие наверху. Оно здесь, в этом задании, выделено окончание. Но поскольку наречие – неизменяемая часть речи, окончание у него быть, конечно же, не может. И «у», вот это самое «у», конечно же, не окончание, а суффикс. Все остальные слова в первом задании разобраны верно. Во втором задании требовалось распределить слова по способам словообразования. Посмотрите, пожалуйста, что должно было получиться у вас. Желтым цветом выделена та часть, та морфема, с помощью которой данное слово образовалось. Итак, в приставочной вы должны были, вы должны были поставить слово «добежать». Ну, вот, первая строчка – это я вам для примера, да, давала слова. Первое. «Добежать» образовано от глагола «бежать» с помощью приставки «до». «Пересмотреть» – соответственно, приставка «пере», бесчувственный, отчувственный. «Вытереть» – «оттереть». Суффиксальный. Смотрим второй столбик. «Десантник». От слова «десант», да, с помощью суффикса «ник». «Больной» вы могли определить сюда. В том случае, если образовывали это прилагательное с помощью обычного, типичного для прилагательных суффикса «н». Однако слово «больной» можно было и в последний столбик определить с той точки зрения, что «больной» – это на сегодняшний день существительное, которое образовалось путем перехода из одной части речи в другую, а именно из прилагательного «больной», да, в существительное. Наш больной принимает лекарства в соответствии с рецептом, да, к примеру. И вот «больная» в этом случае, конечно же, существительное. Но можно было и как суффиксальный способ определить. Здесь же, в этом столбике, домик, быстро, наречие, образованное от прилагательного «быстрый», конечно же, с помощью суффикса «о». И «грубоватый» от «грубый» с помощью суффикса неполноты действия, неполноты проявленности признака «грубоватый». Не слишком грубый, но грубоватый. Итак, приставочно-суффиксальный способ. Сотрудник, бездорожье, издалека, подстаканник, разбежаться. Если присоединить эти морфемы по одной, то слов не получается. Именно во взаимодействии морфем с помощью присоединения двух морфем мы образовали данные слова. Бессуффиксный способ в глаголах. От глагола образовано слово «восход», «восходить», «просмотр». От слова «просмотреть», да, в сущности, лежит в основе лексического значения лежит действие, конечно же, несмотря на то, что по формальным признакам перед нами существительное. И слово «тишь» образовано от прилагательного «тихий» путем усечения суффикса. Сложение основ по-прежнему не слышно, ребята. Пока тема не объявлена нового занятия, мы проверяем предыдущее задание прошлой лекции по морфемике. Слышно, замечательно.
Итак, сложением, с помощью способа образования, сложения основ, образованы слова ледоход, книголюб, ООН, аббревиация, один из способов, да, один из подтипов способа сложения. Далее красноречие и диван-кровать. И последний способ – переход частей речи из одной в другую. Таким способом образовано слово «столовая» – это существительное, образованное от прилагательного. «Больной» – я уже говорила. «Набережная» – тоже существительное, образованное от прилагательного. Да. Ну, надеюсь, что у вас получилось все так же или примерно так же. И тогда мы перейдем к новой теме сегодняшней. И наша тема сегодня – морфология. Морфология – это наука, которая изучает слово как часть речи. Части речи. Что же такое части речи? Мы все с вами знаем существительные, прилагательные, глаголы и другие части речи. И называем мы эти слова так, потому что они объединены рядом признаков. Так вот, части речи – это группы слов, которые выделяются по ряду признаков. Какие же это признаки? Во-первых, обобщенное значение. У всех существительных обобщенное значение предмета, да? Даже если перед нами абстрактные существительные, которые мы не можем потрогать, да, невещественные. Например, слова «счастье», «любовь» или «явление природы», «гроза», «дождь», «синева». То есть все существительные, несмотря на конкретное их лексическое значение, имеют еще обобщенное, абстрактное значение, которое мы сводим к предмету. Каждая часть речи, у каждой части речи есть набор определенных морфологических признаков, по которым мы тоже относим их той или иной части речи. И каждая часть речи выполняет определенную синтаксическую роль в предложении. Дальше мы будем подробнее рассматривать эти признаки. Все части речи в русском языке делятся на три большие категории. Самостоятельные части речи, служебные части речи и междометия. Чем они отличаются, мы и будем сегодня, в общем-то, на уроке учиться определять, самостоятельная часть речи перед нами или служебная. Я расскажу о междометиях, может быть, не совсем понятно, что это, и мы к этому подробно возвращаться не будем. Междометиями называют такие слова, которые передают какие-либо чувства, но не называют их. Например, такие слова, как «ах», «ух», да, «ой». «Ах», соответственно, выражает наше восхищение. «Ой» – испуг, неожиданность. Вот, то есть это некая такая звуковое обозначение какой-то эмоции, но без наименования этой эмоции. Вот междометия выделяют в отдельную группу слов. Все остальные слова можно разделить на самостоятельные части речи. Они что-либо называют обязательно. Либо предмет, это существительное, да, либо действие какое-то. Это глаголы, либо признаки, это, как вы понимаете, прилагательные, ну, еще могут означать состояние, количество, признак действия, либо указывают на что-либо из перечисленного, в этой роли у нас выступает местоимение.
Таким образом, к самостоятельным частям речи мы относим существительное, прилагательное, глагол, числительное, наречие и местоимение. К служебным частям речи мы относим только предлог, союз и частицу. Служебные части речи ничего не называют, они выражают различные отношения между знаменательными частями речи, да, то есть вот между этими самыми предметами, признаками, действиями и так далее. Еще они придают различные оттенки словам и предложениям. Некоторые лингвисты к отдельным частям речи, к самостоятельным, относят еще причастие и деепричастие. Некоторые же лингвисты относят их к особым формам глагола. Мы также будем рассматривать эти формы причастия и деепричастия как некие формы глагола. И еще один спорный вопрос. Категория состояния. Категория состояния тоже выделяется некоторой частью ученых как отдельная самостоятельная часть речи, но это не тема шестого класса. Поэтому категорию состояния мы пока до лучших времен отложим. По поводу причастия идей причастия я сейчас скажу, чтобы вы понимали, о чем речь. Но мы посвятим отдельные два занятия, посвященные именно этим формам глагола. Причастию и деепричастию отдельно. Что такое причастие в самых общих чертах? Причастие – это самостоятельная часть речи или особая форма глагола. Вот это спорный момент. Обозначает она признак предмета по действию. Это такие слова, которые похожи и на прилагательное, и на глагол. Отвечают они на вопросы прилагательных. Какой, какая, какое. К примеру, думавший, ищущий, бегущий. Другими словами, можно заменить причастие, который что-то делает. Это такой, который что-то делает. То есть это признак и одновременно признак по действию. Думавший, который думал, да, ищущий, который ищет, бегущий, который бежит. Деепричастие – это тоже либо самостоятельная часть речи, либо особая форма глагола. Она обозначает добавочное действие при основном. Вопросы, которые мы задаем в деепричастии, что сделав, что сделая, совмещают в себе признаки глагола и наречия. Примеры думая, то есть что делая, да, прочитав, что сделав, делая, что делая, соответственно, взглянув, что сделав. Вот это некое напоминание вам о том, что представляет из себя наречие и причастие, а подробнее об этом позже. Вот примерно как структурно распределяются части речи в русском языке. Вот все части речи делятся на самостоятельные и служебные, да, вы видите на схему, и отдельно выделяют междометия. Со служебными все понятно, предлог, союз, частицы. Самостоятельные делятся на изменяемые и неизменяемые. К неизменяемым мы относим наречие. И изменяемые. Изменяемые, в свою очередь, делятся на склоняемые и спрягаемые. Склонение, то есть изменение по падежам, числам, родам. Спрягаемые части речи. Это, конечно, глагол. Он изменяется по лицам, по числам. Ну и по временам, конечно. К склоняемым мы можем отнести существительное, прилагательное, числительное и местоимение. Вот это один взгляд на все части речи. Второй взгляд несколько отличается. Я вам его тоже покажу.
Здесь отличие в чем? К неизменяемым ученые, которые придерживаются мнения, что причастие, идея причастия – это самостоятельные части речи, идея причастия относится к неизменяемым самостоятельным частям речи. Ну, как я вам говорила, идея причастия очень похожа на наречие. А причастие относится к склоняемым, подобно прилагательному, да, к склоняемым, изменяемым частям речи. Ну, вот эти две схемы, наиболее частый взгляд на вот эту проблему отражают. Еще раз акцентируем отличие самостоятельных и служебных частей речи. Самостоятельные части речи обладают лексическим значением. То есть мы найдем одно или несколько значений любого слова, относящегося к самостоятельной части речи, в словаре. В словаре можно найти и значение служебных частей речи, предлога, союза или частицы. Но определение это будет очень размытое, обобщенное. Определенное, конкретное лексическое значение определить здесь нельзя в служебных частях речи. Оно будет проявлено только в конкретном контексте. К самостоятельным частям речи можно задать вопрос, свой вопрос к каждой части речи. К существительным кто что, прилагательный какой, каков чей, да, и так далее. А к служебным частям речи мы вопроса никакого задать не сможем. Ну, какой можно задать вопрос к предлогу «в»? Да? Это бессмысленно. Все самостоятельные части речи имеют постоянные и непостоянные морфологические признаки. У каждой части речи они свои. Мы их вспоминаем, когда делаем морфологический разбор. Да? У каждой части речи есть постоянные морфологические признаки. Ну, у существительных это род, склонение. А к непостоянным мы относим, к примеру, число, которое меняется, да, падеж. Существительное может быть в разных падежах, в разных предложениях. Да? Ну, и так у каждой части речи. А служебные части речи не изменяются. Им это необходимо. Они созданы для того, чтобы служить основным самостоятельным частям речи. Сопоставлять их друг с другом. Самостоятельные части речи всегда являются каким-либо членом предложения. Ну, мы знаем основные члены предложения, да, грамматическую основу, подлежащее и сказуемое. И есть второстепенные члены предложения. Обстоятельства, дополнение, определение. Служебные части речи, делая синтаксический разбор предложения, мы никак не обособляем. Некоторые обводят их в кружочек, некоторые подчеркивают их вместе с самостоятельными частями речи. Ну, к примеру, белка прыгала с ветки на ветку. Вот первый предлог «с ветки» вы будете подчеркивать вместе с первой веткой, да, «с ветки». На ветку будет относиться ко второй ветке. Да? Какой части речи они будут здесь являться? Белка прыгала. Откуда? Куда? Если мы задаем такие вопросы, то это вопрос обстоятельства. Будем подчеркивать точечкой и тире-точка. Это типичное подчеркивание обстоятельства. Если мы задаем вопрос от
самого предлога с чего на что, тогда мы имеем право подчеркнуть ветку и ветки с ветки на ветку как дополнение, потому что задаем вопросы косвенных падежей. Вот в этом случае в синтаксическом разборе допустимо двоякое толкование обозначения этих частей речи. Но об этом, я надеюсь, мы тоже поговорим отдельно. То есть членами предложения служебные части речи не являются. Мы их либо не подчеркиваем никак, либо подчеркиваем вместе с самостоятельной частью речи, к которой они относятся. Самостоятельные части речи употребляются самостоятельно. Они по отдельности могут составлять отдельные предложения, являться средством коммуникации. Общаться с помощью предлогов мы не можем. Да? Самостоятельно употребляться они не могут, только в паре с самостоятельными частями речи. В магазин, на улицу и так далее. Вот те основные критерии, которые разделяют самостоятельные части речи и служебные. Давайте коротко пройдемся по основным признакам известных нам самостоятельных частей речи. Коротко, потому что каждой из самостоятельных частей речи мы посвятим отдельное занятие. А потом чуть подробнее остановимся на служебных частях речи. Этому в прежних классах обучения вы пока еще внимания не уделяли. Итак, имя существительное обозначает предмет. Предмет, напомню, абстрактное значение, да, для всех существительных, что бы они ни обозначали. Отвечает на вопросы «кто что?». Мама, например, или дерево, одушевленное и неодушевленное. Имя прилагательное отвечает на вопрос «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». В краткой форме «каков?», «какова?», «каково?», во множественном числе «каковы?». И также на вопросы «чей?», «чья?», «чье?», «чьи?». Обозначает признак предмета. Ну и примеры. Какой красивый, чей мамин, папин, и каков добр, зол и так далее. Все это имена прилагательные. Имена числительные могут обозначать либо количество предметов 2, 5, 10, 45. А могут также обозначать порядок при счете. То есть в этом случае перед нами будут порядковые числительные. Первый, десятый, четырнадцатый. Отвечают они, соответственно, на вопросы «сколько?», либо «какой по счету?». Местоимение. Местоимение не называют предмет, а только указывают на них. На него. Этот, указательное местоимение, да, мой, притяжательное местоимение. Вообще, местоимение довольно сложная тема, много различных разрядов по значению, и пока себе этим голову не забивайте. Далее, глаголы. Глаголы, ну, довольно привычная для вас понятная часть речи. Обозначает она действие, отвечает на вопросы, что делать или что сделать. Что делать – это несовершенный вид глагола, что сделал, то есть то, что уже совершено, совершенный, глаголы совершенного вида требует этого вопроса. И последняя самостоятельная часть речи – наречие. Наречие отвечает на вопросы. Как, где, куда, откуда, почему, зачем, как. Опять же, несколько категорий наречий по значению существует.
Мы об этом позже будем говорить. Обозначает чаще всего либо признак действия, то есть как громко, тихо, да, говорить, или признак признака. Очень красивый, чересчур яркий и так далее. Следующее. Перейдем теперь к служебным частям речи, к не самостоятельным, да. Казалось бы, без них легко можно обойтись. Вспомним телеграммы, да, которые раньше писали, и где для экономии средств, да, за каждое слово в телеграмме нужно было отдельно платить, все, практически все служебные части речи упускались. Упускались за ненадобностью. Смысл можно, казалось бы, понять и без служебных частей речи. Но есть случаи, когда предлоги, союзы или частицы, без них не обойтись, и они добавляют какого-то определенного смысла. Ну вот взглянем на фразу «Кто же из нас не знает ни этого, не знает этого?» и попробуем убрать все служебные части речи. Они выделены красным цветом. Получится, кто нас знает этого. Не совсем понятно. Особенно если убрать частицу «не», совершенно меняется смысл высказывания. Так вот, особая роль служебных частей речи в языке все-таки очень велика. Без них, к сожалению, не обойтись. Они нам очень помогают. Они добавляют оттенки смысла, несколько меняют основное значение и вообще очень полезные части речи. Напомню, что к служебным частям речи мы относим всего три части речи. Это предлог, это союз и это частица. Предлог. Предлог – это часть речи, которая выражает зависимость именных частей речи в словосочетании и предложении. Ну вот, все части речи сопоставляются друг с другом. Существительные с существительными, глаголы с существительными и другие части речи посредством предлогов. Предлоги очень помогают. Предлоги делятся, классифицируются по происхождению на непроизводные. Это древнейшие предлоги, которые ни от чего не образовывались. Да, они сами по себе изначально появились. Это привычные, простые нам предлоги. В, по, от, перед, у и так далее. Вот они перед вами обозначены. Это, конечно, не все, их больше, но основные, самые распространенные. И по происхождению бывают предлоги производные. Производные, то есть образовались они от других частей речи. Они образовывались постепенно, гораздо позднее, естественно, чем непроизводные предлоги. И иногда ну, эти процессы, языковые процессы очень живые, они происходят с развитием человеческого сознания, человеческой жизни. Да? Так вот, производные предлоги, в зависимости от того, от какой части речи они образовались, делятся на наречные. То есть они образовались от наречия вблизи, вглубь, вдоль, возле. Кажется, что мы даже можем задать вопрос, да, к отдельным этим предлогам. Вблизи города, вблизи дома, да, или вглубь моря. Это не наречие, это предлоги, которые образованы от наречий. В предложении нужно быть очень внимательными, да, при определении части речи данных
слов. Предлоги, которые образовались от имен, чаще всего от имен существительных. Посредством, в роли, в зависимости от чего-то, да, путем того, насчет чего-то, по поводу, ввиду, по случаю, в течение и так далее. Во всех подобных прилагательных есть свои правила написания. Мы сейчас им внимание уделять не будем, но в любом случае, если вы сомневаетесь, то подсказку можно найти в любом справочнике или в сети. Каждый конкретный случай разбирайте, если не уверены в том или ином написании. Ну вот, например, глагол «в течение». Течение образован, конечно же, от существительного течения. Например, в течение реки. И если мы разберем два примера, к примеру, ну вот, извините за тавтологию, в течение долгого времени, то написать мы должны в конце «е», в течение. А вот в течение реки наблюдаются там какие-нибудь водовороты, да, то здесь будет «и». От чего это зависит? Изначально, конечно, это зависит от падежа. В течение долгого времени мы какой задаем вопрос? В течение чего? В течение реки, тоже в течение чего реки, но изначально, то есть в течение реки, в течение чего, кого чего, это родительный падеж. Так, в течение, да, и поэтому мы говорим течение, это у нас средний род. Сейчас, извините, запуталась. Давайте не будем на этом останавливаться подробнее, тем более, что я пример не на отдельный слайд не уместила. Чаще всего написание того или иного предлога обусловлено историческими преобразованиями какими-то. Не всегда мы можем понять их логику. И обычно предлагается написание того или иного предлога просто запомнить. И следующие предлоги по происхождению, производные, отглагольные. Они образованы чаще всего от деепричастий. Ну, как я вам говорила, деепричастие обозначает некое добавочное действие при основном. Это отдельная форма глагола. И предлоги отглагольные производные, такие как «благодаря», «несмотря на», «спустя» и некоторые другие. Следующая классификация для предлогов – это классификация по составу, по структуре. Бывают предлоги простые, они состоят из одного слова, они, ну, это те же непроизводные древнейшие предлоги, да, которые мы уже с вами перечисляли. Вот они, в, с, к и так далее. Бывают предлоги сложные. Они состоят обычно из двух простых соединенных дефисов. Из, под, из, за, по, над и так далее. Некоторые другие. И составные. Составные состоят из нескольких слов. И они обычно совпадают уже с производными предлогами. Состоят из нескольких слов. Несмотря на, в отличие от, в связи с. И некоторые другие. Предлоги по значению также распределяются на несколько групп. Предлоги, которые выражают обобщенные смысловые значения. Конкретно следующие. Это далеко не все смысловые отношения, которые предлоги могут обозначать. Однако основные из них.
ну, пространственные прежде всего, да, в, под, около и другие. То есть обозначают положение того или иного предмета, объекта в пространстве. Временные, не временные, а временные, да, именно, то есть отражают отношение какое-либо во времени, до чего-то, после чего-то, в течение, через какое-то время. Обратите внимание, предлоги могут быть амонимичными, да, в своем значении. Например, через, перейти через дорогу, это будет пространственное значение. А вот перейти через 2 дня, прийти через 2 дня, это, конечно, временное отношение. Конкретное значение будет более точно определяться в контексте. Далее. Целевые значения предлогов. Для чего, ради чего, по, за и так далее. Причинные, ну, здесь тоже все понятно, обозначают причину. Из-за того, что вследствие чего-то, благодаря чему-то. Объектные, отношение одного объекта к другому. Точнее, либо объекта, либо действия какого-то, да, то есть отношение какое-то к какому-то объекту всегда здесь присутствует. Говорить о погоде. Насчет прошлого замечания там, и так далее. Уступительные следующие смысловые предлоги, значения предлогов уступительные, вопреки, несмотря и так далее, сравнительные. Наподобие, вроде, с, когда два предмета сопоставляются. Есть и некоторые другие. Далеко не все можно выделить из значений, поэтому еще раз говорю, что это только часть смыслов, которые могут передавать предлоги. Перейдем к следующей служебной части речи. Это союз. Союз – это, опять же, служебная часть речи, которая связывает однородные члены предложения и простые предложения в составе сложного. Союзы могут, если упростить, да, связывать слова друг с другом, а могут несколько предложений соединять, или несколько частей предложений соединять в одно. По происхождению союзы также бывают производные и непроизводные. Непроизводные, значит, они ни от кого не образовались, изначально появились со своими смыслами, да, и оно, и производные, они тоже произошли от каких-то иных частей речи, перешли в союзы. Делятся союзы по употреблению на одиночные, ну, например, мама и папа. Шел и думал, да, повторяющиеся, которые для передачи какого-то смысла должны использоваться обязательно в паре. Ни то, ни другое. Либо одно, либо второе. Да? Речь идет именно о таких повторяющихся союзах. И есть еще двойные союзы. Не путайте их. Они не повторяются, а просто состоят из двух частей. Как, так, чем, тем. И еще ряд других. То есть это союзы, состоящие как бы из двух частей, прерываемых самостоятельными частями речи. И также союзы классифицируются по составу. По составу бывают простые и составные. Простые состоят из одной части, составные, соответственно, из нескольких. Все очень просто, если вы взгляните на пример. Как будто, с тех пор как, в течение и так далее. По
значению. Также классифицируются союзы. Некоторые из них, да, союзы, еще не сказала, извините, союзы бывают по роли в предложении сочинительные и подчинительные. Сочинительные и подчинительные союзы. Ну, кто хорошо владеет синтаксисом, тот хорошо понимает, о чем я говорю. Сочинительные союзы соединяют две равноправные части речи. Да? А подчинительные выражают вот подчинительную связь между самостоятельными частями речи. Подчинение, то есть одно в какой-то степени превалирует над другим. На примерах станет, надеюсь, чуть более понятно. Итак, рассмотрим сначала значение сочинительных союзов. Напомню, что они соединяют равноправные части речи, части предложения. Бывают соединительные, выражают они перечисление. Красные, белые и зеленые пуговицы находились в шкатулке. Ни деревянный, ни металлический мне не подошли, да, не только этот, но и другой, в общем, и так далее. То есть здесь будут перечислены одни и те же части речи, части фенопредложения, предложения, и они будут однородными. Но чаще легче всего это представить на примере однородных определений. Итак, сочинительные союзы бывают соединительные, они выражают перечисление. Бывают противительные, служат они для противопоставления. Река не глубока, а, допустим, вот этот вот союз а мелка, да, противопоставляется один признак другому, один объект другому, одно действие другому. Примеры таких союзов – а, но, да, зато. Следующий из сочинительных союзов – разделительные. Они выражают взаимоисключение или чередование, или, либо, то и, и некоторые другие. То есть чередование, если перед нами, то, скорее всего, перед нами разделительные сочинительные союзы. Следующее значение. Пояснительные. Они обозначают какое-то пояснение или разъяснение. То есть, как то, именно и ряд других. И следующий вид значений, которые передают сочинительные союзы, это присоединительные. Они соединяют словосочетание и предложение, содержащие добавочные замечания. Также, тоже, да и то, и другое, и так далее. То есть значение некоего добавочного замечания к основному. Вот это основная роль, основные роли сочинительных союзов. Перейдем теперь к подчинительным союзам. Подчинительные союзы соединяют части сложно подчиненных предложений, указывают на зависимость одного компонента от другого. Делятся на виды в зависимости от того, какую придаточную часть они присоединяют. Итак, подчинительные союзы могут быть изъяснительными, что, чтобы, будто, временные, когда, пока, лишь, едва, причинные, потому что, от того, что, так как, ну, то есть они выражают причину, да, объясняют ее. Целевые, для чего, чтобы, для того, чтобы, с тем, чтобы. Бывают условные, если, ежели, если это, то другое, да. Уступительные, несмотря на, хотя,
сравнительные, как, словно, будто, точно, и союзы следствия. Ну, здесь сам союз следствия чего-то, так что и некоторые другие. Вам, конечно же, не нужно запоминать все смысловые разряды сочинительных и подчинительных союзов. Вам пока это не пригождается, да, вам важно только разделять сочинительные союзы и подчинительные. Сочинительные и подчинительные союзы. Ну, проще всего это сделать, опираясь на такие ассоциации. Сочинительные соединяют равноправные, да, члены предложения, а подчинительные выражают вот как раз зависимость от одного компонента от другого. Ну и у нас совсем чуть-чуть времени, перейдем к частицам. Частица – это служебная часть речи, которая участвует в образовании форм слова и придает слову и предложению дополнительные смысловые и эмоциональные оттенки. Частица не участвует в… никак не связывает… никак не показывает отношение одной самостоятельной речи, части речи к другой. Да, она просто наполняет дополнительными смыслами какое-то конкретное слово. Выделяют следующие разряды частиц по значению. Формообразующие частицы. Формообразующие, это слово вам знакомо с прошлой лекции, да? Это частицы, которые служат для образования какой-то формы определенного слова. Чаще всего это повелительное наклонение или условное наклонение глагола. Сделал бы, а вот эта частица бы, пусть сделает, частица пусть как раз является формообразующей. Она образует форму повелительного наклонения или условного. Бывают отрицательные частицы. Они служат для выражения отрицания. Не, ни, далеко не, отнюдь не, никак не. Ну, естественно, вы тоже понимаете, что все частицы бывают простые и составные. Градация такая же, как и в союзах и предлогах. И еще вот ряд частиц, которые называют модальными. Модальные, то есть они выражают как чаще всего какую-либо эмоцию, чувство. Разделяют частицы на вопросительные, если они выражают сомнение, да, какой-то вопрос. Указательные частицы, они очень похожи на местоимения. Уточняющие частицы. Именно, как раз, прямо, точь-в-точь. Выделительные и ограничительные частицы. Ну, соответственно, они выделяют и ограничивают. Только, исключительно, единственно. Восклицательные частицы. Что за чудо? Как красиво. Да, вот это в этих предложениях это частицы. Усилительные частицы. Уж все-таки... ведь и так далее. И частицы, которые смягчают наши требования. Да? Вот такое лексическое значение, которое добавляет вот такой оттенок смягчения требований. Не подай, а подай-ка, налей-ка. Или там то, молоко-то сбежало и так далее. И частицы, которые выражают сомнения. Еще раз говорю, что не обязательно вам все эти разряды по значениям у служебных частей речи запоминать и знать. Как правило, носитель языка легко их идентифицирует в потоке речи, и никаких разночтений в процессе разговора, да, различных толкований тех или иных служебных частей речи у нас не возникает. Иностранцам, конечно, сложнее. Но
к сожалению, и у иностранцев появляется понимание этих значений этих служебных частей речи лишь с опытом. Ну и перейдем к домашнему заданию. Я прошу вас определить все части речи, которые использовал Сергей Есенин в одном из своих стихотворений. Скриншот сделайте или сфотографируйте, и над каждым словом в этом стихотворении нужно определить его часть речи. Разгулялась, что это, вьюга и так далее. Каждую часть речи нужно будет определить. Если вы не запомнили все части речи, да, то ну, когда лекция будет доступна в записи, тогда можно будет вернуться к части слайдов и вспомнить, какие же бывают части речи. Какие у вас есть вопросы по сегодняшней теме? Да, извините за сегодняшние вот такие технические сложности. В следующем разе, я надеюсь, что все будет по-прежнему. Так и было в прошлое занятие. Без неполадок. Ну, если задание понятно и вопросов нет, то тогда мы с вами прощаемся до следующего занятия. В следующий раз мы поговорим об имени существительном. Об имени существительном. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Я отключаюсь.